Привет, чемпион. А мы с тобой сегодня герметизируем твои фиссуры. Мы с тобой в прошлый раз то же самое делали. Вот зубы с этой стороны сверху. Хорошо. Все, D5. Поехали. Герметизация фиссур – это наша профилактическая процедура, максимально эффективна для профилактики кариеса на жевательной поверхности. Первым этапом мы очищаем зубы от налета. Мы проводим аппликационную анестезию. Далее мы устанавливаем систему кофердам. Она нам необходима для изоляции от слюны молочной. Это наша фиссура, углубление в зубы. Это места, в которые очень-очень хорошо забивается налет. И, к сожалению, щетинки нашей щетки настолько большие, что они не способны сюда проникнуть. Перед герметизацией наносится специальный подготавливающий состав для того, чтобы наш герметик лучше фиксировался в зубе. Герметизацию мы проводим с увеличением для того, чтобы ничего не пропустить, не допустить ошибки. Мы наносим герметик. И последним этапом мы полируем зуб, чтобы он был гладким. Сфоткаю этого красавца. Все понравилось? Да. Еще придешь ко мне в гости? Да. Договорились. Мы с тобой к сундуку поищем подарок. Левый сундук, он для мальчиков. Мы взяли отличный держатель для телефона. Пить можно сразу, вообще особых никаких назначений нет. В следующий раз я вас жду на герметизацию фиссур других зубов. До свидания. Пока-пока.